В Бендерах последний звонок отметили автопробегом. Выпускники вместе с родителями подъезжали к каждой школе. Их встречали учителя. Это такая новая городская традиция. Тему продолжит Мария Китаева. Этих ребят сегодня в Бендерах видел и слышал каждый. Они украсили шарами, колокольчиками, флагами машины и проколесили так по всему городу. Да еще и сигналили так, что аж в ушах звенело. Так выпускники прощались со школой. Учителя школы номер 13 выбежали из кабинетов, чтобы напоследок помахать своим выпускникам. Как ваше настроение сегодня? Отлично. Почему? 3 месяца отдыха впереди. Меньше чуть 2. Но все равно будем скучать, конечно, по детям, по урокам. Надеемся, что выйдем уже в обычное обучение. По городу выпускники катались 2 часа. Конечная точка автопробега в парке Александра Невского. Вы сегодня вдвойне звезды, вас слышал весь город. Как ощущения? Отличные, мы счастливы. Все прекрасно. Как ощущения? Уже есть осознание того, что школа позади? Нет. Осознания такого нет, к сожалению. Почему? Что чувствуешь себя? Чувствую до сих пор это беззаботное детство, когда родители тебя возят в школу. А какие у вас мысли? Что завтра или в понедельник опять вернемся за парты, и все будет хорошо. Смотрите, будильник сегодня не поставьте по привычке на 7 утра. Все может быть. Долго у машин выпускники задерживаться не стали, на сцене их ждал сюрприз. Больше других накануне переживали выпускницы, готовились, выглаживали и крахмалили школьную форму, тренировались заплетать хвосты с бантами, продолжают волноваться и на самом празднике. Потому что 3 года же не было никаких линеек, мы так ждали, и в последний момент, когда узнали, стали готовиться быстро. В общем, все получилось, все прошло идеально. Наконец-то нам разрешили сделать эту линейку, мы очень благодарны. Праздник в крепости длился совсем недолго, а в конце все запустили в небо шары. Мария Китаева и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.